Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy, и сегодня мы с вами поиграем в Muscle Rush. Посмотрим на всех героев, на их эволюцию, как они у нас будут выглядеть дрыщами, а потом качками. Ну и, ребята, у меня не все персонажи доступны. Мы сегодня с вами посмотрим на тех, которые нам доступны. Смотрите, здесь даже Among Us есть. Это, конечно, прикольно. Ребят, ну а перед просмотром ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а мы, ребят, начнем с самого первого. Он, видите, у нас сразу такой здоровенький качкафан, потому что это у нас бонусный уровень, и мы здесь с вами будем подбирать только деньги. Поэтому побежали, ребят. Кто не видел, как выглядит вот этот стандартный, да, у нас качочек. Вот, смотрите. Вау, блин, я деньги пропустил. Да, конечно, можно было и подобрать их. Ну ладно. Вот это, кстати, стенка из денег. Я не знаю, она засчитывает или нет, ребят. Вот очень интересно. Может быть, кто-нибудь из вас знает. Ну, в общем, давайте посмотрим, сколько мы сейчас денег с вами заработаем. Смотри, какой медленный идет качочек-то, а. Ну вот за удары обычно дают там по x1, да, сразу. А нам тут дают по x01. Следующий персонаж еще будет доступен, ребята. Это очень интересненько, кто же это будет. Ну, а мы с вами давайте заценим вот этого персонажа. Это у нас какой-то абориген. Или как его можно назвать? Пещерный человек, да? Из-за юбочки. Давайте посмотрим, насколько он будет большой. Стандартный персонаж у нас, ребят, очень круто выглядит, ну типа мышцы такие, да, у него. И этот тоже, смотри какой. Вот это, конечно, прикольно. Он выглядит зачетно, ребят, смотрите. О, еще и вот так вот. Бам-бам-бам-бам. До самого конца, скорее всего, дойдет. Вообще легкотня. Ну вот, он останавливается, ребят, в комментариях. Вот мне написал, что он может пройти дальше, но останавливается. Ну, ребят, приходится нам с вами вот таким вот образом фармить деньги. О-о-о! Это Халк, ребят, нам доступен. Вот это интересненько. Новый герой нам будет доступен, ребят. Ну ладно, хорошо, мы его тоже посмотрим. Давайте смотреть теперь на этого в костюмчике персонажа. Иди отсюда, вот так. И ты тоже получай. Оп-оп-оп, надо полностью все подбирать, ребят. И маленькие, и большие энергетики. Деньги пропустил. Видите, какой здоровяк ты стал. Иди отсюда. Так, толкнули мы его. И, а где крутилка-то? Что-то я не кручусь, ребят. А вот и прокруточка. Ну и мы с вами сейчас пройдем до самого конца, до четверочки. Вот так у нас выглядит, ребята, новый персонаж, который в костюме. Потом, кстати, ребят, в комментариях напишите, кто вам больше всего понравится. Мне вот пока из тех, которые у меня есть, в Among Us понравился, вообще прикольно. Ну, нам надо будет, ребят, сейчас с вами еще открыть этого Халка. Давайте посмотрим на полицейскую. Полицейская не такая большая, вроде бы. Давайте сейчас заценим, посмотрим. Может быть, у кого-то это любимый персонаж, ребят, в этой игре. Может быть, и у меня тоже будет. Хотя нет, смотри, она такая широкая становится, прям жесть. Смотри на нее. Она не большая, не объемная, да, как вон остальные до этого нее, которые были. Она такая какая-то, знаете, смотри, прям мускулистая. Во, сейчас будем драться с кем-то. О, женщина против женщины, ну давай. Кто кого, кто кого, кто кого, кто кого. Я выиграл, ну вот смотрите. Вот так вот выглядит женщина. Все-таки другие мне как-то побольше понравились. Давайте мы вот так вот увеличим дальность прохождения, да, наша. И возьмем тогда сейчас уже Among Us'а. Посмотрим, как у нас будет выглядеть Among Us. Я, ребята, думаю, что он будет зачетно выглядеть, потому что, ну, классно выглядит. Смотрите, видите, да, как красный такой. Прям бежит, набрал. Блин, офигенно. У него вот, вот у этого скина... О-о-о, вот это, кстати, было круто. У этого скина, ребят, прям все мышцы видны. Вы только взгляните. Офигенно выглядит. Ну-ка, давай до 4.3. Дошел. Во, видали? Блин, мне нравится. Я еще раз хочу, ребят, смотрите. Давайте, мы улучшения не можем никакие сделать. Я хочу PvP, ребят, с кем-нибудь. Армрестлинг хочу подраться. Вот, может быть, на этом уровне мы сейчас будем с вами армрестлингом драться. Мы, кстати, еще сейчас с вами двух персонажей откроем, ребят. Помимо вот тех, которых посмотрели. Потому что нам уже доступен Халк. И плюс еще один будет доступен. Эй, иди отсюда. Так, ну это не PvP, ребят. Это не PvP, я хочу подраться с кем-нибудь. Ну, не подраться, а армрестлинг сделать. Ну че, о-о-о-о-о-о-о. Вот это неплохо было. Вот здесь, скорее всего, сейчас будет у нас PvP, ребят. Иди отсюда, что ты стоишь, на тебе.
Вот так, денежки подбираем, денежки нам понадобятся. И энергетики нам понадобятся. Вот-вот-вот, все, ребят, я силач. Иди отсюда. Вот так, отлично. Ну-ка, а я крутиться в воздухе, интересно, умею или нет? Вот, ПВП, ребята. Ну, давайте смотреть. О, парнишка, ну давай попробуем с тобой подраться. Я тебя сейчас вот так... Я, ребята, затащил все-таки. Кстати, новый персонаж какой-то. И да, посмотрим. Вау! Кто это? Давайте, ребята, посмотрим, кто это такие. Новые два персонажа. Давайте мы сейчас попробуем выбить. Ну-ка. О, да, мы новую шляпку, ребят, выбили. Это круто. Теперь у нас вот такой Among Us с пиратской шляпой. И, ребята, два новых персонажа. Это Халк, ну, как я понимаю, да, зеленый такой Халк. И какой-то космический непонятный персонаж. Ладно, давайте сейчас мы их откроем и заценим их. Ну что, давайте, ребят, наверное, с вами заценим сначала Халка. Пусть будет у нас Халк, и можно какую-нибудь шляпку ему другую, да? А можно вообще без шляпки? Давайте без шляпки посмотрим, как будет у нас Халк выглядеть. Ну чё, давайте погнали. Иди отсюда. Лучше не подходи к Халку. А чё я такой слабый? А вот теперь нормально, все, теперь набираю. Во, хорошо. Так, красная дверь. Хорошо, бежим дальше. Я теперь здоровяк. Ну слушайте, это у нас как обычный, вроде бы стандартный, да, персонаж. Но он просто зеленый. Просто зеленый. Может быть, какие-нибудь потом раскраски ему интересные можно будет делать. Ну-ка, давай, бежим, бежим, бежим. X4-3. Ну, легко. Интересно, а что за новый персонаж будет, ребят? Может быть, мы сейчас доберемся и до нового? Да, скорее всего, доберемся, ребят. Сейчас посмотрим и еще на одного. Ну, давайте. А, блин, я хотел другого посмотреть. Ну, случайно запустил Халка. Ну, ладно, давайте сейчас, ребят, мы с вами еще за Халка поиграем. Тем более, это уровень денежный. Тут у нас всего лишь денежки. Так, а, кстати, смотри. Раш какой-то, режим раша. Чем больше я ломаю, все, я понял, ребят, в бонусном уровне такая штука, типа надо все ломать, чтобы был режим Russian. Блин, а я что-то, ну, короче, тупанул. Вот он я, Халк, настоящий Халк. Давайте мы с вами что улучшим? Улучшим, наверное, удары, да, посмотрим, как у нас будет. Вот, мне вот это интересен, ребят. Офигеть, вы посмотрите, это какой-то космический непонятный качок. Интересно, а кто другие-то будут? Офигеть, вы взгляните, какой он. Блин, ну выглядит зачетно, слушайте, необычно. Прям очень необычно, смотри, какой здоровый стал. Все, это я максимально теперь, ребят. Офигеть, слушайте, ну выглядит классно. Мне прям зашел вот этот скин. Смотри, какой. Ну, кстати, он не такой объемный, не такой большой, да, по телосложению. Вот он, ребят, типа качочек такой. Блин, до следующего еще у нас не хватает, да? Давайте мы сейчас с вами откроем сундуки. Комната с сундуками. Давай вот так и так. Выбьем что-нибудь. Да, смотри, что. Мы с вами нашли новую шляпку. Вот, ребят, ну-ка. А, подожди, новая шляпа, да, у нас просто появилась. О, у нас еще, кстати, шляпа эльфа, оказывается, есть. Неплохо. Давайте мы с вами вот так вот улучшим и попробуем еще разочек пройти. Я хочу попробовать этот скин в ПВП. Интересно, как он будет выглядеть. А, кстати, раш-то нам дается за то, что мы ломаем все. Теперь я понял. Ребят, не за подбор этих нам дают. Не за подбор энергетиков. А я думал, за энергетики нам дают. Оказывается, нет. Да, вот так вот. Ну, здесь мы с вами, конечно, доходим до самого конца. Сколько у нас там? 4,6 уже. Изи. Ну, кстати, выглядит он с этой шляпкой как-то не очень, да? Еще один уровень, ребят, и у нас будет новый герой. Погнали, вот сейчас, возможно, у нас будет ПВП. Я слабый, нормальный, качок, здоровяк, качок. Давай вот это все ломаем. Дверь я не буду трогать. Давай вот так. Ломаем. Иди отсюда. Вот так тоже. И сейчас, ребята, у нас будет раш. Вот так. Иди сюда. Это сейчас. Во, сейчас ПВП будет, ребят. Ну чё, давай. Кто хочет с космическим качком подраться? О, какой-то непонятный это. Ну, фигня. Мы тебя сейчас уничтожим. Кстати, он довольно-таки сильный. Вот он я, ребята. Кстати... Смотрим на нового персонажа. Вот какой-то баскетболист. Ну хорошо, давайте за баскетболиста еще поиграем.
Ну, давайте посмотрим, как у нас этот баскетболист будет сейчас выглядеть, да? Ну, он уже не баскетболист будет, а настоящий качкафан, здоровяк, смотри какой. Так, красная дверка, открываем, бежим, да на тебе. Так, получил, молодец, так, иди сюда. Так, ключик подбираем, ключик это хорошо. О, зеленая дверка, чуть не зафейлился, смотри-ка. Ну и вот такой вот у нас здоровяк, ребят, силач, баскетболист. 4,6 мы с вами доходим, вот так. И вот такой вот у нас баскетболист. Интересно, что там вообще за герой еще новый есть, ребят. Мне очень интересно попробовать пройти до конца эту игру. Если вам тоже будет, ребят, интересно, обязательно пишите в комментариях, хотите ли вы увидеть новых персонажей, чтобы мы на них вместе с вами взглянули. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Всем, ребят, удачи, до новых встреч, пока-пока.